телекомпания «Приват ТВ», продюсерский центр «ЧИЗ» представляют. Милочка, директор у себя? Еще нет. Уже, да, а? Директор, если бы не он, все было бы гораздо лучше. Приемщица, а без нее было бы совсем хорошо. Фотограф и постоянно мешающий ему помощник. Просто лишние люди. Негатив и позитив. Главные специалисты все испортят. Нет, ну это брак. Открываемся! Девушка, скажите, где у вас можно помыть руки, видите ли, после операции? Кран в туалете. А, кстати, пока я еще не помыл руки, скажите, может быть, вам нужно что-нибудь вырезать быстренько? Да ничего не болит. Ай, как плохо, как плохо. Кстати, не ешьте немытых фруктов. Один мальчик скушал немытые фрукты, а он... И его не взяли в армию. А я девочка. Не имеет значения. Девочка, мальчик, все. Кто вызывал врача? А, извините, меня никто не вызывал. Если бы меня вызывали, я бы не пришел. Я сам сфотографироваться. Что, плохо, да? Что? Сухом, болит! Болит! Я так и знал. Кстати, давайте я рассмотрю. Не каждый день, знаете, в фотосалон приходит доктор. Дышите, не дышите. О, какая перекупка. Дивная. Так, дышите, не дышите, дышите, не дышите. А ну-ка, покажите мне ваши зрачочки. А, скляры желтые. Зрачки зеленые, рот очень хорошо. Позвольте воспользоваться. Ну-ка, голубчик, не сопротивляйся! Зев красный, красный зев! Так, что у нас тут? Туберкулезы? Нет! Ну что ж, дивно, дивно. Голубчик, по поводу ушей, попробуйте помыть их водкой, должно пройти. А это поможет? Вероятно. Впрочем, точно наука не знает об этом еще ничего, но должно помочь, должно помочь. Водкой? Водкой. В уши? В уши. Да я тебя... Меня зовут. Ухо, водка. Голубчик, а нервишки у вас пошаливают. Ну-с, голубчик, какой у вас стол? Вот. Позвольте, вот это скамейка. А я спрашиваю, какой у вас стол? Не понял. А, понял. Вы имеете в виду то, что я предлагаю своим клиентам, когда они сюда заходят? Вы что, в самом деле это предлагаете своим клиентам? Конечно. Не желаете? Нет, спасибо, не желаю. Как хотите? Как хочу. 3-4, юноша. И непременно с уголком. А, понял. Внимание, приготовились. Скажите чиз. Чиз. Здравствуйте. Меня тут попросили выступить и подготовить вас к очень ответственному мероприятию, которое называется прививкизация. Прошу не путать с приватизацией. Это совсем другая прививка. Уважаемые граждане, если вы в процессе жизни, не дай бог, познакомились с такими зловредными болячками, как ящур, свищур, пращур, ну и тому подобными, вам необходимо вовремя прийти и сделать прививочку. Что для этого необходимо? Сущие пустяки. От нас, врачей, необходим вот такой вот полуразовый шприц. Красавец. А от вас, соответственно, ваше прививаемое место. Бояться этой процедуры не надо. Для того, чтобы ликвидировать у вас последний страх, я сейчас наглядно, так сказать, покажу все это дело в действии. С использованием вот этого вот шприца и вот этого вот, понимаете ли, макета прививаемого места. Итак, внимание, начинаем. Берем шприц,
с вакцинкой. Вот она тут у нас. Вот, вот, да, вот, вот. О, вот какая у нас вакцинка. Так, и производим первый подход к прививаемому месту. Делаем легкий, отвлекающий шлепок. И очень быстро, пока больной ничего не сумел сообразить, вводим иглу. На этом первый этап закончен. Можно передохнуть. Кто курит, перекурите. Перекурили? Очень хорошо. Очень хорошо. Продолжаем. Второй этап. Собственно, прививка. Медленно. С оттяжкой. Чтобы доставить удовольствие себе. А главное, конечно же, больному вводим вакцину. И снова можно перекурить. Теперь третий этап. Самый ответственный. Вынимание шприца из места. Ну, здесь универсальных рецептов нет. Каждый вынимает как хочет. Лично я люблю это делать так. Ну вот и все. Как вы сами смогли убедиться, процедура очень простая и совершенно безболезненная. Главное, не напрягаться. Все на прививкотизационные пункты. Ура! Минздрав предупреждал. Thank you.
ну не спи. Не сплю. Не спи. Не сплю. Не спи. Да не сплю я. Ой, а что это такое? Это фотографии на водительские права. А что они все разные? Нормальные. Это до аварии, это после аварии. А это вот. А это его на носилках в больницу уронили. Примите заказ. Ну не спи, говорю. Да не сплю я. Не спи. Я сознание потерял. А ты когда сознание теряешь, всегда храпишь? Я не храпел, я стонал. Ой, плохо ж мне. Слушай, ты до зарплаты сотку займешь? А ты вернешь? Ну так. А ты? Я не пью. За тебя. Больного не видели? Нет, а что у него? Сейчас узнаем. Врёшь, не уйдёшь. Ты же не пьёшь. Бросил мне пить. Вот и теперь и мне плохо. А ну высунь язык. Сильней. Сильнее. А теперь скажи что-нибудь. Так, речь нарушена. А ну закрой глаза. Сколько пальцев на моей руке? А теперь? Зрение тоже. А ну, попробуем вот так. Больно? А так? А вот так? Не больно? Странно. Диетка. Спасибо. Хорошо. Да, я вижу, я вижу. Ну, давайте-ка я вас послушаю. Надеюсь, вы поймете нас правильно. Мы просто не хотим, чтобы у нас здесь началась эпидемия.
Девушка, где нужно снять носовую полость? 18 копеек. А почему так дешево? В носу. Сантиметров 9, а метр сейчас... О, сдается по 2 рубля. 5 рублей. Вам один большой нос или много маленьких? Большой. В нем где будет тепло и сухо. Сухо. А если насморк? Палатку можно поставить. Хорошо. Фотографироваться направо, а жаловаться налево. А можно я сначала пожалуюсь? Можно. Жаловаться налево, а убегать потом прямо. Почему в салоне все черно-белое? А? Звучит приятная музыка, вы расслаблены. Вы доктор? Вы доктор? Что вам мне нужно? Кто вас сюда послал? Это 45-й кабинет. А? Ах да, присаживайтесь. Вернее, вы уже присели. Как добрались? Хвоста не было? Нет, что вы? Вот и хорошо, вот и чудненько. Вы здесь в полной безопасности. Вы кто? Как вы сюда попали? Что вам от меня надо? Доктор, вы же сами меня только что пустили. Ах, ну да. На что жалуетесь? Доктор, мне бы чуть-чуть расслабиться. Благодарите Бога, что вы попали ко мне. Я спасу вас. Это расслабляющая смесь из сильно действующего снотворного и быстро действующего слабительного. Будете принимать по 2 ложки перед сном. И еще одну во время. Эффект будет? Еще какой? Правда, первое время по утрам вы будете испытывать некоторое неудобство. Но это ничего, потом привыкнете. Тише. Вы слышите? Что? Это они. Кто? Они. Они хотят убить меня, измордовать, изорвать в клочья и клочки. Но почему? Я слишком много знаю. Я поставил на себе эксперимент. Позавчера исполнилось ровно 2 месяца, как я регулярно принимаю. И что вы думаете? Вчера в 22:13 я дирижировал хором летающих крокодильчиков. Но самое удивительное то,
что 2 месяца назад я не умел играть на тромбоне. Да что вы! А сейчас? И сейчас не умею. Но это как раз неудивительно. Вот теперь и вы знаете мою тайну. По крайней мере, мне не будет скучно умирать одному. Что вы там смотрите? Боже мой, какой нервный! Вам явно нужна релаксация. Но не бойтесь, вы попали в надежные руки. Эти руки! Мои руки! Что с вами? Вам плохо? Что вы там все время вскакиваете? Тише, тише, тише! Успокойтесь! Успокойтесь! Дышите! Дышите! Не дышите! Слышите? Что? Тук! Что это? Тук! 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 Это бомба! Ложись! Чего это? Кто вы? Как вы сюда попали? Что вам от меня нужно? Перестаньте кричать! Вы кого угодно с ума сведете! Пить хотите? Нет! Как хотите, а я, пожалуй, выпью. Куда? Стоять! Вы уйдете отсюда только тогда, когда полностью пройдете сеанс релаксации. Сейчас начнем! Звучит приятная музыка, вы расслаблены. Закрываемся! Сразу в губы, 2 рубля за уши, 32 за зубы. Пока салон.